Запись. Сейчас включу запись, чтобы у вас была запись. Так, могу сделать. Сейчас мы посмотрим. Вот так вам лучше видно и слышно. Так, у нас подходят еще люди. Давайте я пока включу вам видео. Да. Динамическую медитацию. Просто настройтесь на этот лад. Вы сегодня работали целый день. А, ну вот, хорошо. Хорошо, Виктория. Ага. Так, спасибо. Остальным слышно все и видно. Что-то заснул у нас чат. Сейчас проводила вебинар. Там публика была поактивнее. Напишите, пожалуйста, как меня слышно и видно вообще. Как мы будем общаться-то? Спасибо, Виктория. Если вам слышно, значит, другим тоже. Так, один человек у нас выпал. Видимо, что-то, Елена, что-то со связью у вас, нет? Хорошо. Итак, уникальный курс «Рестарт себя». Я приветствую все три страны. Это очень здорово, что в интернете вот так встречаются три страны. Скажите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, по пятибалльной системе, какое у вас настроение сегодня? Конкретно сейчас.
Доброе утро, Ирина. Я рада, что вы тоже проснулись. Замечательно. Тоже пятерка. Делать она мне нечего, а я пошла. Хорошо. Итак, я пригласила вас на презентацию моего курса. Курс называется «Рестарт себя». Состоит он из четырех как бы блоков, поэтому и вы видите здесь четыре пазля, которые соединяются вместе. Четыре блока представляют собой. Ну, давайте мы перейдем к следующему кадру. Четыре блока представляют собой. Так, где у нас общий? Так, подождите, минутку. Так. Вот эту картинку я хотела показать. Четыре блока представляют у нас собой методы и техники, которые использую я во время этого курса. Курс состоит из 3 дней. И фактически энергетическое сопровождение идет 3 дня. Курс мы будем делать в вечернее время. И, в принципе, все вечера – это пятница, суббота, воскресенье. Что я хочу? Я хочу здесь видеть людей, у которых есть проблемы какие-то в жизни. Да, я хочу дать этим людям возможность избавиться от этих проблем, зарядиться по полной энергетикой, изменить, может быть, трансформировать свою энергетику. Я хочу этим дать людям также, то есть вам, да, почувствовать и прочувствовать энергетический массаж, дистанционный энергетический массаж, который действительно очень хорошо работает. Мы проводили тестирование, я получила замечательные отзывы и замечательные медитации красоты. Если вы брали уже, скажем так, мои какие-то курсы или слушали мои какие-то медитации, есть также книга о косметике, об энергетической косметике, где используются эти медитации. То, что я хочу дать на этом курсе, это, можно сказать, выжимка из всего того, что я выучила, знаю и применяю в жизни. Родился вот такой вот курс, пришли замечательные техники для него. Ну что ж, курс состоит из 4 блоков. Это используется блок целительных методик, используется метод активной медитации, в котором вы избавляетесь от каких-то крючков вашего прошлого. Дистанционный массаж позволит вам почувствовать небывалый релакс и небывалый полет души, просто расслабление всех мышц, уменьшение каких-то болей. Ну, попутно, поскольку я целитель,
идет оздоровление каких-то регионов, которым требуется оздоровление. О медитации красоты я уже сказала. Переходим к нашей, в общем-то, презентации. Итак, на этом курсе мы учимся чувствовать энергию в нас. Давайте прямо сейчас закроем глаза. И перед тем, как мы закроем глаза, пожалуйста, напишите в чате, есть ли у вас опыт медитативных практик. У некоторых я знаю, что он есть. Просто дело в том, что курс базируется на не просто пришел, послушал, да, а пришел, сделал и получил результат. Все мои курсы базируются именно на этом. Немножко камера у нас. Ну, в принципе, все равно можно и камеру закрыть. Так, вы хотите медитацию? Люди ожили. Так. Виктория. Да. Ну, примерно хорошо. Замечательно. Итак, давайте закроем глаза. Глубоко вдохнем в себя. И выдыхая, представим бескрайнейший океан. Вы стоите на берегу этого океана. На вас одеты тяжелые одежды вашего сегодняшнего дня. Снимите, пожалуйста, одежду. А что это такое? Одежду любопытства. И положите здесь, на берегу. Снимите одежду. Фу, какая-то ерунда. И положите здесь, на берегу. Снимите одежду безразличия и положите здесь, на берегу. Снимите одежду суеты и положите здесь, на берегу. Снимите одежду неверия в себя. И положите здесь, на берегу. Снимайте одежды, как те мысли, которые приходят сейчас вам. И освобождайтесь от этих мыслей и одежды. Представьте, на берегу вулкан с горящей лавой внизу и побросайте эту одежду в эту горящую лаву.
Можно прям пачками, можно. Увидите, как лава поглощает вашу негативную энергетику. Излишнее любопытство – это тоже негативная энергетика. И придите снова на этот берег. Войдите. Бежите налегке в эту прозрачнейшую воду, в эту энергию голубо-белого света и полностью растворившись, глубоко вдохните в себя и выдохнув, откройте глаза. Я вот так сразу вас ввела в измененное энергетическое пространство. Пожалуйста, поставьте плюсы, если все получилось. Поскольку у нас немного людей, то я все-таки буду вас спрашивать и приготовьтесь к этому, что вы будете отвечать. Что, Виктория, что значит? А, так. Получилось-то. Я сначала прочитала немного. Вулкан увидели? Или было что-то другое? Вулкан. У Ирины все в порядке с вулканом? Ждем Ирину. Вот, потому что не у всех был вулкан. Воронки была? Лава? Не было, там была черная дыра. Ирина возвращается снова к тому месту, как она увидела воронку. Я скажу, что делаю. Увидите, как откуда-то сверху в эту воронку наливается красная лава и полностью уничтожает всю ту черноту, трансформируя ее в нейтральную энергию. А теперь по той же схеме налегке мы входим в голубо-белое пространство энергии и растворяемся там.
Можно покупаться. Глубоко вдыхаем в себя и выдыхая, привносим это в свою физическую реальность. С возвращением, Ирина, напиши, пожалуйста, все ли в этот раз получилось. Пока мы ждем, то, что да. Ну, отлично, идем дальше. Это был пример работы с энергией. Не всегда можно увидеть ту картинку, которую я говорю. Вы видите ту картинку, которую показывает вам высший мир по определению. Поэтому это абсолютно нормально. Второй пункт. Как работает наше дыхание? Наше дыхание замечательно. Наше дыхание работает таким образом, что выдыхая, мы как бы выходим из своего физического тела в определенное энергетическое измененное пространство. И вдыхая, изменив и сделав какие-то действия в энергетическом пространстве, мы привносим со вдохом это все в свою физическую жизнь. Очень важно, что мы, я повторяю, работаем с собой, никаких манипуляций с другими людьми мы не делаем. Это очень опасно. Предупреждаю всегда всех на всех вебинарах. Итак, у нас моменты целительства будут на этом курсе. И сейчас мы почувствовали энергию, да, как она течет. С энергией можно работать, можно менять какие-то вещи. Мы даже пошли немножко дальше, но это, видимо, то, что сейчас требовалось. Поскольку на группу приходит энергия, поднимается именно та информация, которую нужно сделать именно сегодня и сейчас. Так это работает. У нас есть дни на этом курсе. Первый день мы занимаемся тем, что мы нас очищаем, очищаем наше энергетическое пространство от каких-то негативных мыслей, негативных моментов в жизни. Не могу сейчас вам сказать, как это мы будем точно делать. Существует масса целительских методов и масса методов с помощью активной медитации, наподобие которую мы сделали это сейчас. День второй. День второй, на нем я останавливаюсь немножко поподробнее, и я хочу вам дать прочувствовать, что это действительно есть. Поэтому, если вы сейчас сидите, да, если у вас есть возможность лечь, ляжьте, вы как бы почувствуете это, наверное, более лучше. Вообще, я предлагаю в этот день связь через телефоны.
потому что это проверено, люди засыпают. И на своем курсе я даю, естественно, какие-то рекомендации, которые я вот не просто так даю, но об этом уже позже. То есть второй день – это энергетический массаж. Чтобы вы сейчас примерно почувствовали, как это работает, просто сидите, особо ничего не делайте, или ляжьте, закройте глаза. Дышите спокойно и ровно. Представьте, что в ваших стопах находится голубой шарик. Этот голубой шарик распространяется на всю вашу стопу. Вы чувствуете каждый мизинец. Вы чувствуете на левой стороне каждый ваш палец. Вы чувствуете мизинец, на него идет небольшое давление. Дальше я просто не буду говорить. Следуйте своим ощущениям. Ощущения идут на правой стороне. Представьте, как прокатывается шарик через вашу стопу. Этот шарик идет в голень. Из голени медленно перемещается в колено. Колени вы ощущаете тепло и разливающуюся зеленую энергию. Дальше, насытив колено, он идет по бедру. Дальше проходит по поясу, захватывает часть груди. И как волна, окутывающая вас, медленно катится по вашей руке. Дотрагивается до ваших пальчиков на руке. Все мышцы расслабляются. Вы чувствуете,
Прилив волны, энергетической волны, которая как бы окатывает и расправляет вашу правую часть. Захватывая шею, освобождая ее, захватывая мускулы спины, расправляя, убирая пробки и преграды на ее пути. Теперь почувствуйте, как эта волна медленно идет к вашим стопам и перемещается на другую сторону, также омывая, проходит голень, колено, бедро, вашу левую часть, груди, плечо и предплечье, и охватывая как бы руку, скатывается по ней снова до бедра. Ваша левая часть спины расправляется, и мускулы, и все связки уничтожаются, преграды, заторы. Приятная волна проходит сквозь ваш крестец и возвращается снова к стопе. Ощущения приятные, вы как бы покачиваетесь на волне, полностью расслабленные. Теперь глубоко вдохните в себя и потихонечку соберите снова в вашем теле, соберите его полностью и так, как хочется вам, ваше красивое тело. Глубоко вдохнул в себя, выдохнул, я закрываю эту процедуру. Мы медленно выходим из этого состояния. Входим снова в физическое состояние и приходим сюда на вебинар. Я хочу, чтобы вы написали о своих ощущениях. Я немножко пошла дальше, чем бы мне хотелось. Все-таки называется презентация, а не осуществление курса. Ну да ладно.
Итак, алло, алло, алло. Очень важно. Напишите, пожалуйста, в чате о своих ощущениях. Замечательно. Ирина, супер. Вот примерно такого рода я буду делать медитацию. Не медитацию, а энергетический массаж. Это немножко другое, но это, конечно, тоже связано с медитацией, потому что невольно наше физическое вылетает из нашего, невольно наша, скажем так, энергетическая субстанция вылетает из нашего физического и парит. И, конечно, нам нужно намного больше времени. Я просто хотела показать, как это работает. Сейчас я провела такой смежный рефлексорно, скажем так, массаж стоп-ног рефлексорный и одновременно так называемую одну часть я показала луне массажа. Есть эти массажи на физике, я их изучила, и мне пришла техника, как их дать энергетически, и это было очень здорово. Единственный момент. Люди настолько расслабляются, что я поняла, что в конце нашего курса этот массаж давать нельзя, нужно давать именно в середине курса и выделить на него достаточно много времени. Потому что массаж способствует вот такому не только легкому расслаблению, он дает и большую трансформацию вашей энергетики, которую вы чувствуете потом на протяжении 3 дней. И мне писали люди, что и неделю. Вот. Но это у каждого разные ощущения. Итак, второй день полностью посвящен какому-то энергетическому массажу, который мы с вами выберем и который придет с вашей энергетикой. Главное, вы почувствовали, что это работает. Третий день составляет день, когда мы снова занимаемся очищением и наполнением наших чакр. Поэтому вот такой удивительный рисунок. И наполняемся, конечно, энергетикой, наполняем каждый наш энергетический центр энергетикой. Работаем по возможности с кристаллами. Это будет зависеть от группы. Если у этих людей кристаллы дома, потому что ощущения будут более, скажем так, сильными и весомыми. Если нет, то я могу здесь использовать свои кристаллы и передать, так сказать, это энергетически вам. То есть это нужно посмотреть, да? Сейчас я не буду это конкретно давать, я думаю, люди, которые сейчас у нас находятся в чате, знакомы с работой с чакрами. Да? Есть у нас такие люди, которые не знакомы, не знают, что такое чакры, не знают, что такое энергетические центры. Тогда я немножко на этом остановлюсь. Так, ну, отлично. То, что Ирина знает, я уверена. Да, Ирина?
Сейчас мы немножко еще находимся в таком подвешенном состоянии, я сама это чувствую. Это после массажа. Хорошо. Третий день представляет работу с чакрами. Соответственно, общий курс дает трансформацию, я не побоюсь этого сказать, мыслей, трансформацию физического тела и трансформацию духовного тела. Конечно, я многое сейчас не сказала, но примерно представление у вас есть. Курс не случайно называется «Рестарт». Я не скажу, что это дешевый курс, хотя, когда я делала курс, я, скажем так, учла запросы и возможности всех слоев населения и попыталась создать именно продукт, который доступен каждому по его возможностям. Поэтому сейчас я представлю самый интересный момент, да, когда у нас люди убегают из чата. Сейчас я вам представлю еще раз страницу, как это выглядит. Одновременно я дам вам ссылку, чтобы у вас была ссылка этой страницы. Сейчас. Вы можете прямо сейчас пройти по этой ссылке и посмотреть, как устроена страница. Я примерно представляю сейчас вторую часть, нет, третью часть страницы. То есть есть заглавная страница, да? Алексей, вы, конечно, все пропустили. Но если вы мне напишите ваши данные, то я пришлю вам запись. Но вы пришли вовремя, да? Так, Алексей удрал, решил, что это не для него. Но идет тоже энергетический отбор участников этого курса. Я не буду курс проходить, допустим, с каждым. Я думаю, энергия сама выберет, кому это нужно. Итак, существует главная страница, на которой вы сейчас, надеюсь, находитесь. Да, эмблему курса вы уже видели. Если вы переключите, нажмете кнопочку, кто ведет этот курс, да, вот здесь у нас есть, да, вот, нажмете эту кнопочку, да, на странице, то у вас выйдет примерно вот такая картинка. Да? Кто у нас из Израиля? Пожалуйста, порадуйтесь. Вот, это, так сказать, пройденный курс по целительству, который я делала у своего учителя в Израиле, который дал мне очень много и вообще перевернул мою жизнь, когда еще сама того не знала.
Здесь написано, кто ведет этот курс, да, что я из себя представляю. Вы можете вот здесь, как бы, да, так, работает у нас тут. Здесь пройтись, нажать кнопочки и посмотреть, тут расположены мои сертификаты. Далее мы переходим к самой интересной части. Это цены курса. Итак, вы можете заказать курс целиком. И это VIP. И пройти, скажем так, получить помимо этого курса еще дополнительно мою консультацию, ну и мое энергетическое сопровождение, так сказать, все 3 дня, которое будет более углублено для виповских клиентов. То есть на протяжении 3 дней, можно сказать, 24 часа в сутки я буду с вами. Да, ну, конечно, дайте мне немного поспать. Стоимость, как вы видите, 12 тысяч рублей. Не такая большая стоимость для такого курса. Просто курс совершенно новый. Вам повезло. Для других участников стоимость будет больше. То есть стоимость этого курса будет возрастать. Теперь, да, я хочу сказать, что если вы просто берете просто 3 дня участия в курсе, вы также, конечно, получаете мое энергетическое сопровождение. Этот курс стоит 7500 рублей. Он включает в себя полный курс с медитацией, с работой над собой и с энергетическим массажем. Для тех участников, у которых нет возможности какой-то денежной взять вот такой курс, или, может быть, вам не нужна работа с чакрами или какой-то определенный раздел, или вы не знаете, хотите ли вы брать целиком курс и хотите просто как-то попробовать, для таких участников есть особое предложение за 3200 рублей, в котором вы можете выбрать определенный день. То есть вы участвуете не все 3 дня, а вы участвуете один день. Да? Либо вы выбираете день с активной медитацией и отрабатываете какие-то моменты свои, допустим, с прошлой жизни или то, что встанет, да. Либо вы берете только энергетический массаж и наслаждаетесь релаксацией и целебными свойствами этого массажа, конечно, с энергетическим моим сопровождением. Я его примерно вам продемонстрировала. Или вы берете такой раздел, такой момент, как энергетическую работу с чакрами, где мы занимаемся очищением чакр и уравновешиванием нашего физического и духовного. То есть, пожалуйста, на выбор вам. Думайте, решайте. Я хочу дать вам мой скайп-контакт, брошу прямо сейчас. Кому нужна, допустим, какая-то консультация, это мой скайп, да. Вы можете также присоединиться ко мне в скайпе, задать какие-то вопросы. Если вопросы короткие, отвечу. Я могу также сделать какую-то небольшую информационную консультацию
по всем темам, которые вас интересуют, или предложить вам какой-то из моих продуктов помимо этого курса. Вот так. Сейчас вернемся снова на начало. Вы получили всю, ну, вернее, давайте вернемся под конец. Вы получили всю информацию, необходимую вам. Кто же прямо сейчас готов взять курс и пройти его? Ну, скажем так, ну, прямо на днях, ну, скажем так, через неделю. Потому что завтра у меня день консультаций. У меня сегодня был вебинар, и записалось много людей на консультации, поэтому завтра у меня день консультаций. Поэтому, если мы проводим этот удивительный курс, мы проводим его в конце недели. Надеюсь, что к нам еще присоединятся. Сегодня у нас есть два участника, но они сегодня по причинам того, что они сейчас находятся на другом курсе, не смогли к нам присоединиться. На это участники, которые мне, ну, уже сказали, что они возьмут этот курс. Итак, поставьте, пожалуйста, давайте не будем смотреть сейчас на деньги. Поставьте, пожалуйста, в чате. Всегда есть какое-то удивление от меня и сюрпризы. Поставьте, пожалуйста, в чате плюс, как вам понравилась презентация курса. Сделайте, пожалуйста, следующее не плюс, а поставьте отметку от 1 до 5. Хорошо. Вы с нами уже прощаетесь или вы поставите по шкале от 1 до 5? Оцените, скажем так, этот курс. Лично для вас, независимо. Так, хорошо, замечательно, спасибо. А другой наш участник, Ирина, тоже замечательно. Второй вопрос к вам. Хотели ли бы вы пройти этот курс? Просто напишите плюс или минус, или не знаю. Я объясню, почему я вас спрашиваю. Спрашиваю не просто так. Хорошо. Что нам скажет Виктория? Ждем Викторию. Виктория, хотели бы вы получить такой курс? Да, я понимаю, Виктория. Кстати, у нас Украина, она немножко сблизилась.
Я говорю сейчас независимо от финансового вопроса, потому что я буду проводить что-то типа викторины, поэтому я и спрашиваю. Поэтому все равно присоединитесь ко мне в Skype. И когда вы будете присоединяться, напишите, пожалуйста, не знаю, возможность участия в курсе. Да, тема очень интересная, тема абсолютно новая. Вы получите намного больше, чем вы ожидаете. Просто сейчас курс есть курс. Хорошо, я поняла. Теперь, пожалуйста, напишите, поставьте плюсы. Готов участвовать в викторине. Викторине, нет, я бы сказала, в розыгрыше, в лотерее. Просто если у меня есть такая идея, если наберется достаточно участников, которые с удовольствием будут участвовать в лотерее, то мы сделаем настоящую лотерею, и человек выиграет полностью, то есть абсолютно полностью этот курс. Полностью с VIP-ом и со всем на свете. То есть 3 дня этого курса. Привет, Ольге! Ольга, напишите, пожалуйста, вашу почту, или я бросала здесь скайп. Возможно, вы знаете мой скайп. Да, пожалуйста, напишите, чтобы я сбросила запись этого курса, вернее, этой презентации этого курса вам. Итак, еще раз, вы, к сожалению, все пропустили, но, может быть, Ольга, напишите, пожалуйста, вы участвовали в тестировании курса? Нет, да? Хорошо. Ольга что-то у нас ушла. Хорошо, напишите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чате, поставьте плюсы те, кто хотят вот уже прямо сейчас участвовать в викторине и выиграть такой курс. Викторине либо в лотерее, я еще не знаю, как я буду это проводить, потому что реклама этого курса только началась. Вы первые, так сказать, участники. Да. Виктория, хорошо. Ирина, хорошо, присоединяйтесь ко мне в Skype. На этом я закончу мой вебинар. До встречи в Skype. И я с удовольствием вас жду либо на курсе, либо участие в лотерее, и, может быть, кто-то из вас выиграет. Итак, всего доброго, хорошего вам дня. Не могу вас просто так отпустить. Закройте глаза.
Глубоко вдохните в себя и выдохнув, представьте бескрайнейший океан. И как вы собираетесь в этом океане из различных кусочков света. Вся ваша аура светится. Глубоко вдохните в себя и в этом состоянии придите в себя, свое физическое тело, свою реальную физическую жизнь сегодня и сейчас. Глубоко вдохните в себя. Выдохнув, сегодня и сейчас. И привнесите весь тот цвет в свою физическую жизнь. С вами была Ольга Гюмя. Приходите на мои курсы, приходите на мою страницу, присоединяйтесь в скайпе. Пока!